В Алматы в связи с улучшением ситуации по COVID-19 смягчили карантинные меры. Мегаполис из красной зоны перешел в зеленую. Соответствующее постановление накануне подписал главный санитарный врач города. Теперь торгово-развлекательные центры будут работать с 10 утра до 23 часов в будни и в субботу. Запрет действует в воскресенье. Кроме этого, разрешается в штатном режиме работать рынком. Также с понедельника по воскресенье, а вот крытые рынки, как и прежде, кроме воскресенья будут работать. Работа объектов общественного питания в помещениях разрешена с утра с 7 утра до 23 часов вечера. В Алматы зафиксировали 22 128 человек инфицированных и только за минувшие сутки 116.